Мировые продажи электромобилей выросли на 31% по итогам 2023 года. Это данные британской исследовательской компании. Рекордное количество, 1,5 миллиона авто, купили в декабре. По прогнозам аналитиков, в 2024 темпы роста продаж замедлятся приблизительно на 5%. И на дорогах появится примерно на 25% больше электрокаров. Снижение спроса вызывает беспокойство у тех, кто делает крупные инвестиции в эту отрасль, отмечают эксперты. Однако они прогнозируют, что продажи вновь увеличится, когда на рынках появится больше бюджетных моделей. Отмечу, в настоящее время в мире насчитывается примерно 4 миллиона электрокаров.